друзья, ваши бурные аплодисменты и поздравления победителей и призеров. Дистанция 500 метров. Мужчины. Ladies and gentlemen, this is the CSN World Meet Games Victory Ceremony. 500 meters. Men. Награждение проводит заместитель начальника ЦСКА. Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира и Европы, подполковник Вооруженных сил Российской Федерации Светлана Васильевна Хоркина. Three times World of European Champion, Svetlana
Коркина. Первое место и золотую медаль завоевал лейтенант вооруженных сил Китая Хонг Джи Шу. Серебряную медаль завоевал кадет вооруженных сил Китая Шуай Ян. Свободно присел на рубль, representing China, Шуай Ян. Третье место и бронзовая медаль завоевал рядовой вооруженных сил Российской Федерации Денис Арбетян. Сэр, это бронз медалист. В результате Раша Денис Арбетян. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of China. Друзья, ваши бурные аплодисменты и поздравления победителю и призеру. И мы немедленно переходим к следующим награждениям. Итак, дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо за вашу огромную за спортсмена, за то, что вы остались, конечно, на нашем награждении. И у нас сейчас будет награждение следующего.